Серьезно, кто в это играет? Объясните мне, пожалуйста. Всем привет! Меня зовут Пози. Я повидал многое. Но сегодня вы увидите что-то очень и очень необычное. Все вы знаете игру Among Us. Эта игра очень популярна. Она есть на телефоны, она есть на компьютер. Ребятки, вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядят пиратские клоны на Among Us? Я наткнулся вот на такое вот чудо. Онлайн Fall Guys. Among Us Multiplayer Knockdown. Что, это Fall Guys или Among Us? Объясните мне, пожалуйста, во что я сейчас буду играть? Многие разработчики на фоне хайпа Among Гаса решили, что могут делать клоны. Но насколько хорошие эти клоны, сегодня вы это узнаете. Поэтому поставьте свой лайкос под этим видосом, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А я нажимаю кнопочку открыть. Фух, мне страшно. Что это такое? Так, окей, нажимаю игри. Спасибо. Я куда-то бесконечно подключаюсь. Меня 1000 раз куда-то переподключило. Черный экран. Черный экран, это просто замечательная игра. Ладно, подождем. Eventually. Эта игра не грузится. Хорошо, я не нашел ничего лучше, кроме как скачать fake call. Сейчас мне будет фейковый звонок из Among Us и разрешить приложению снимать фото и видео. Нет, конечно, идите вы в баню. Среднее IQ составляет 85-115. Какое IQ у тебя? А, это реклама. Окей, ребят, нажимаю на звоночек. Снимаем трубку. Эй. Там, кажется, кого-то избивают. Люк открывается. Смех. Спасите, спасите меня. Я должен срочно набрать в полицию. Мне это не нравится. Давайте мы попробуем нажать на кнопку видеозвонок. Только IQ 200 может пройти этот уровень. Сколько я сегодня рекламы насмотрюсь. О май гад. Звонок. Алло, что это за белая штука у меня на экране? Они просто вставили сюда анимацию, серьезно? Что, мне эта белая карточка на экране мешает смотреть видео? Да идите вы в баню! Удалить. Among Us пазл! О, смотрите, сколько здесь Among Us пазлов. Ладно, давайте я выберу что-нибудь попроще. Соберем красного игрока. О май гад. Даже не думал, что будет так сложно. Да, ребят, вы сюда пришли посмотреть видео и годный контент, но в итоге вы смотрите на то, как я собираю пазлы. А вот все, поздно. Поздно закрывать это видео. Это сюда. Этот пазл вот сюда. Куда этот пазл? Сюда? Или сюда? А, идите вы в баню! Я не люблю собирать пазлы. Оу, Among Us Map for Minecraft Pocket Edition. Так, какая-то загрузка. Among Craft. О май гад. Так, это что-то интересное. Что, я нажимаю на кнопку скачать? А, щит. Как вы вообще допустили такое? Какой-то вирусняк. Ребят, когда вы будете гуглить Among Us в Google Play, будьте аккуратней. Квиз Among Us. О, да, ребята. Отвечать на вопросы, это прикольно. How many crewmate you see? Как много мирных вы видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Либо 8, либо 7. Ну, пускай будет 7. Неправильно? 8. Да, правильно. Я ответил правильно на этот вопрос. Какой сезон? Винтер! Это зима! Они такие кринжовые картинки подобрали в ужаснейшем качестве. 144p. How many players? Как много игроков? 8, очевидно. Там же написано 8 из 10. Что это за цвет? Мне нужна подсказка. Показать букву. Покажите букву. С. Еще подсказка. Монеты нужно закидывать. Ладно, уходим отсюда. Run Among Us Game. Ха-ха-ха! Они сделали Subway Surf, вы серьезно? Он сам бежит куда-то налево! Все, я понял, нужно просто оббегать всякие капканы. Что ж, это максимально простая игра! Дерево упало. Опасно, опасно, опасно. Так, бежим вперед, главное не останавливаться! Так, опять дерево упало. Все нормально. Мы пройдем все эти испытания. Я уже 200 метров прошел. Как же это плохо, ребят, но от этого это не менее забавно. Так, окей. Они просто взяли модельку мирного игрока и добавили ее в какую-то свою игру, где просто вращается планета. Тут ничего не происходит. Тут просто падают деревья и изредка меняются дорожки. Серьезно, кто в это играет? Объясните мне, пожалуйста. Неужели я один в эту игру играю? Я умер. Ладно, давай дубль номер 2.
Как бы я хочу попробовать побить свой рекорд. 500 метров это слишком мало. Вот 1000 метров. Это будет круто. Да, я играю в Subway Surf в обложке Among Us. Вау! Это же настолько гениально. В эту игру лучше играть, если ты собираешься уснуть. Если тебе хочется поспатки, то тебе лучше поиграть в это. Мне кажется, или все начало вращаться немного быстрее, чем было в самом начале. Так, ладно. 400 метров есть. Что делают эти монетки? Я просто для чего-то собираю монетки. Я даже понять не могу, для чего они здесь. Объясните мне, пожалуйста, для чего я собираю эти монеты. Так, 5 монет, 6 монет, 7 монет. Воу, какой я крутой. О, кстати, я могу ходить по текстурам. А, ладно, иду на капкан. Пу, уничтожьте меня. The Villain 3D Among Us. Так, ребята. Опа, мы появляемся в каком-то 3D мире. Так, я сейчас, видимо, нахожусь в лобби. Здорово, чуваки! И чем мы здесь будем заниматься? Есть идея. О, смотрите, у них есть шляпы. Они просто скопировали лобби из Among Us. Эти чуваки бегают куда-то друг за другом. Ребята, у вас все хорошо? Да, видимо, у них все хорошо, у них все прекрасно. Что ж, и как начать здесь игру? Так. О, у меня идет загрузка. Я появился на космическом корабле. И это действительно 3D-версия Among Us. Так, смотрите, зеленый, красный. Побежали в отсек навигации. Сзади меня кто-то есть. Блин, как же здесь неудобно поворачивать. Белый игрок бегает вокруг стола вместе с другим чуваком. Ладно, те двое ушли куда-то туда, поэтому я буду их преследовать. Ребята! Вы куда там ушли? А, может быть, они вот в отсеке? Есть кто-нибудь из вас вот в отсеке? Поворачиваемся. Тут никого. Окей. Так, зеленый куда-то бежит. Они пересеклись с красным. Это боты! Да, это боты. Так, ладно, идите-ка вы в баню. Я отойду от тебя подальше. Вот ты очень подозрительный, знаешь ли. Так неудобно играть мышкой. Они не оптимизировали под компьютер мобильную игру. О, май гад, смотрите, тут открытый космос. Что ж, я бы на самом деле сыграл в Among Us в 3D. Куда идет зеленый? Он идет как будто за красным. Они бегают так медленно. Это же просто капец. Ладно, давайте я попытаюсь сейчас выполнить хоть какое-то задание. Здесь можно выполнить что-то? Вот, смотрите, я в комнате связи. Ничего не работает. Полный отстой. А, может быть, сюда тыкнуть нужно? Нет. Что за отстой? Кто придумал эту игру? В чем ее смысл? Пожалуйста, скажите мне, в чем смысл этой тупой игры? Так, ладно, ладно, ладно. Опа, мы в хранилище с вами. Стоп, здесь даже текстур нет? Это шутка? Among Us 3D Horror. А что здесь страшного? Объясните мне, пожалуйста. Меня кто-то должен убить или я должен с кем-то встретиться? Что здесь страшного? Ну вот, я сейчас в комнате с электричеством. Тут ничего абсолютно нет. Ничего не происходит. Тут никого нет. Тут даже никто не выполняет задание. Ладно, я хочу пойти в столовую. Давай посмотрим, что в столовой происходит. Может быть, там тело... Я через порог пройти не могу. Что ж, да. Я понял, в чем хоррор этой игры. Ты боишься порогов, через которые ты не можешь переступить. Это ловушка. Я понял. Я попался в игровую ловушку. Ой, идите вы в баню. Удалить. Murder Us. Ха, миллион скачиваний. Ничего себе. Эта игра должна быть популярна. Введите текст. Название. Что за название? Хорошо. Залезай игру. Если у вас проблемы с тенями, вы можете их отключить. Так, куда мне нажать? Давайте вот сюда зайду. Здесь 9 человек играет. О, я появился. Ага, вот он я. Смотрите, я зеленый. Ха-ха-ха-ха! Как же это кринжово выглядит, чуваки. О май гад. Ну, видимо, тут никто не понимает, что здесь нужно делать. О, смотрите, тут даже есть одежда. Я буду как Марио. Давайте я надену маску. А что по шляпам? О, давай шляпку наденем. А животное могу разблокировать? Нет, не могу. О, я мирный, смотрите, выполняйте задачи. Чрезвычайная ситуация. Так, что ж, это у нас похоже тоже на космический корабль. Fix task to not lose. Почините таск, чтобы не погибнуть. Ну, карта немного отличается, но она все равно по-прежнему безумно похожа на оригинальный Among Us. Так, и как мне туда попасть? О, я застрял в текстурах. Вы видели это? Давай починим это. 3, 5, 3, 3, 8. Все. Задача выполнена. Я все починил. Вы без меня справиться не могли? О, боже мой, какой же это отстой. Опять чрезвычайная ситуация. Давайте я нажму на кнопку. А мне вот все равно, я просто нажму. Введите текст. Что за текст? Куда мне его писать? Я не понимаю, куда мне его писать, этот текст? Что ж, я проголосую в синего. А пускай это будет синий. Давайте, я за него проголосовал. У меня ник Мюрдер, убийца. Сейчас в меня все голоса полетят. Вот засекайте. Все до единого. Никто не выбран. Ура! Никто не выбран. Ладно, сейчас нас два импостера убьют. Вот этот чувак вот как-то подозрительно стоял на месте.
Да это этот чувак в маске. Засекайте, он сейчас кого-то убьет. Мне просто нужно успеть нажать на кнопку. Ладно, давайте мы с вами починим все это дело, пока мы с вами не взорвались. Ой, меня убили. Что за волшебная анимация? Он меня еще и зарепортил. Этот Among Us, видимо, для людей, у которых кнопочный телефон. Я просто не знаю, почему такая графика. Окей, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Если вы хотите увидеть еще больше пиратского контента по Among Us, поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос!